Сегодня хочу приготовить с вами филе рыбы с овощами в горшочке. Это очень простое и низкокалорийное блюдо. Филе трески мы нарезаем на кубики, так же, как и все остальные овощи. Духовку ставим на разогрев 180 градусов вместе с пустым горшочком. Так как горшочек вместе с температурой должен равномерно прогреться. Прогревшийся горшочек я смазываю сливочным маслом, после чего нарезанные овощи складываем слоями в горшочек. Итак, первым слоем у меня морковка. После морковки у меня помидорка. Не забываем солить каждый слой. После помидорки нарезаны кольцами лук. Далее я положила перчик болгарский. И закончили наше блюдо филе трески, нарезанные кубиками и посыпанные любимой приправой для рыбы. У вас может быть своя приправа. Кладем наше блюдо в разогретую до 180 градусов в духовку на 30 минут. Ну что ж, 30 минут прошло, и наша сочная, ароматная рыбка с овощами готова. Снимаем пробу. Ну и кто сказал, что правильное питание может быть не только полезным, но еще и вкусным? В благодарность жду от вас ваших отзывов.